Всем привет, с вами Алия. Давайте узнаем самые интересные новости. Забота – это когда студентов просят не садиться в конец аудитории, потому что там на них может упасть потолок. В одном из российских вузов руководство приклеило вот такую бумажку. В связи с вероятностью обрушения потолка – просьба не занимать верхние ряды аудитории. Зато теперь им точно никто не скажет: «Эй вы, Камчатка!». Столь жесткие меры приняли после того, как кусок потолка упал на студентов во время лекции. На все жалобы руководство пожало плечами, мол, других аудиторий у нас для вас нет. В Астрахани отпраздновали день рождения лужи. Теперь, видимо, в регионе появится новый тренд. Жители разместили на столбе несколько табличек с саркастическим содержанием. На первой – поздравление с днем рождения. Лужа исполнился целый месяц. На второй содержится информация о характеристиках зловонного разлива, а именно длина, объем, глубина и состав. Страшно представить, как именно горожане производили замеры. Местные жители, недолго думая, надули шарики и подготовили плакат. Приехали коммунальщики и оперативно убрали. Плакаты, разумеется. Лужи пока не тронули. Как быстро бежит время, как быстро растут чужие лужи. Глиста тебе на шею. Balenciaga выпустила шар в виде червя. Аксессуар длиной 220 см доступен в неоново-желтом и ярко-розовом цветах. Модникам он обойдется примерно в 160 тысяч рублей. При этом видно, что шарф неплотно прилегает к шее модели и не прикрывает ее полностью. Зачем и для чего создали сие чудо? Вопрос риторический. В комментарии уже набежали хейтеры. Похоже на кишки, что это, шнурки от обуви, неудачный дизайн. Интересно, доберутся ли клоны небюджетного шарфика до садовода? Собака разгрызла билеты на футбольный матч. Мужчина очень сильно огорчился, что пушистый друг так поступил с ним, но ругать его не стал. После случившегося болельщик выложил фото в соцсети и в шутку отметил, что готов продать собаку за 5 фунтов. Но делать этого, естественно, не будет. Уж очень его любит. В футбольном клубе, узнав о произошедшем, с радостью выдали владельцу животного новенькие билеты. Отдельный билет достался и Руди. Пользователи сети предположили, что собака просто не хотела отпускать хозяина на игру, так как болеет за другие команды. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас интересно.